Всем привет, ребятки. А мы с вами на дне рождения. И день рождения сегодня ни у кого. Ни у кого, никак ни у кого. У кого? У Бабы Яги сегодня день рождения. У нее затяжной день рождения с 22 октября по 14 ноября. Так что вот так вот. Пойдемте гулять. Я одновременно сейчас хочу сфотографировать на телефончик. Народ гуляет, я вам скажу так. Мои уже где-то тут лазают. Кто-то, кто как ходит. Вон девушка вообще в шортах даже гуляет. Я оделся по полной программе, так как когда выезжали, не знали, что да как, что будет. Какая погодка. Пойдемте искать банду. Все-таки на день рождения, как-никак. Научился пользоваться самокатом. Вот тыковки. Богатырь, отель. Меня уже вызывают. Сейчас я прошу прощения. Алло. Я иду. Вы где? Ну все, давай. Все, меня уже там потеряли. Все ждут. А я же не могу такой порожный рейс убыток стране. Тут уже хэллоуиновская тематика, всякие керамики, глюциногенные грибы фиолетовые. И там вход богатырь. Везде интересно, везде прикольно. Здесь вот маленький городок. Там в богатыре тоже вход прикольный. Все фотографируются, все снимают. Но я не так часто здесь бываю. Поэтому тоже буду снимать. Все. Вот, обратите внимание, парень вообще в шортах. Картинги. Маленький игрушечный домик такой. В европейском стиле, но с нашими надписями. Вот год, в принципе, прошел. Год назад мы здесь были ровно. Нет, вру, 30 октября мы были. Там маленькая ярмарочка, там были вкусные орешки. Всякие горки. Ну и все, конечно же, детально их. О, народ тут падает. Мы их все детально, конечно, посмотрим. Все внутри посмотрим. Может быть, дождемся, пока потемнеет. И будем выезжать уже затемно. Когда все горит, здесь вообще прикольно и красиво. Здесь все желающие могут почувствовать себя принцессами. Ну или как минимум с золушками. Глюциногенные. Людей, не знаю, что, много, мало. Но людей есть. О, вот на таком я катался. Сочи парк. Волшебство начинается. Схема Сочи парка. День рождения Бабы-Яги. И совы. А, надо же положить это. Красивенько, чё. Как живые. Кота не хватает ученого. Все, меня уже ждут. Смотрят на меня таким взглядом. Где ты был всю ночь? А я шел и снимал. Ну, персонажи, в принципе, не изменились. Все те же самые персонажи. На встрече. Вот эти вот мишки Гамми. Где я хожу? Где надо, там и хожу. Ну, всем говорю пока, пошли билеты покупать.